13 ноября по всему миру отмечают День доброты. Праздник создан в 1997 году с целью вдохновить людей на хорошие поступки, напомнить о том, почему нужно быть человечным. Символ Дня доброты – открытое сердце. В наше время важно быть добрым, понимающим, совершать приятные и благие дела. Важно быть добрым, потому что сейчас, в наше время, люди забыли, что такое вообще доброта, и очень как-то вот озлобились друг на друга. И важно не забывать, что мы все-таки, ну, важно помогать друг другу, чтобы было даже проще и легче жить. Доброта – это то, что есть в каждом из нас. Если ее не будет, то без нее всем будет плохо. Добро – это без чего не может человек. То есть если не будет добра, то, получается, и не будет мира на земле. Для меня добро – это моя младшая сестра. Помогать и делать окружающим что-то хорошее просто. От этого становится теплее на душе.